Я единственное призываю, не нужно относиться к ораторскому искусству как к чему-то недосягаемому и не про меня. Это о каждом из нас. Каждый день мы выступаем на публике. Будь то на работе, будь то дома. Разговаривая по телефону, это тоже одна из форм публичных выступлений, если у вас деловые переговоры. К примеру, особенно если это кто-то подслушивает. Представляете? И это нужно делать красиво. Почему? Потому что ораторское искусство переводится как искусство красноречия. Корень «красный» означает «красиво». Это значит искусство красиво говорить.